Так, продолжаем, пацаны, короче, метро. Метро. Что-то где-то пищит, надо открыть. О, видишь, у меня, смотри. Где? Обычная, блядь, обычная воздушка, блядь. Ну хули сказать, это я, ебать, я могу так сплошать. Я привычный это. Хуй знает. В любом случае. Ну что, разряжено, что ли? Че не видно нихуя. Или мне фонарь. А, бля, фонарь не включен. Да где-то что-то пищит. Где-то. А, вот. Хуя не спрятали. Ну смотри. Вот сейчас мы вернемся, да, например, вот по приколу, вот чтобы рису можно было забрать. Но я не верю, что ее можно забрать. Это. Это нереально. Так, тут завал у нас, да? А чё тут есть? Ладно, короче, похуй нахуй. На лицо на эту ебать, она вообще нахуй не нужна. Надо как-то, блядь, где выход-то? А, вот, всё. Короче, ух, блядь, да что ты будешь делать? Заебал. Ладно, поплыли, короче. Там лодка у нас ждет уже долго и упорно. Ёп твой. Сразу на лодочку, да? Эрис. Включи фонарь. Молодец. Поплыли. Когда хоть финал наступит? Ёпта, мне еще два дополнения проходить. Смысл, о чем выпрыгнул? Я ничего не делал, не нажимал ничего. Че, ебанутый что ли? Мы еще два дополнения надо проходить. Еще, кстати, Far Cry, нахуй, 6 вышло DLC, коллапс. Блять, ебать, тут пиздец. Так он не плывет вперед, что сделают? Это пиздец, это кринж на языке молодежи. Это пиздец, короче, на. Подожди, а можно зажечь эту хуйню? А то от фонаря нихуя толку нету, ебать. Кстати, сюда можно в эту хуйню зайти, посмотри, что здесь. Стопэ. О, братаны, нихуя себе. Давление понижается или на месте стоит? Бэ, ну вроде стоит на месте. Кто? Ебать, это что такое? Это кто, ебать? Что? Меня накосило, ебать. Какая хуйня меня бьет, ебать, я не понимаю. Через стенку смотрит, охуели.
не то. Записки. Потрепанный дневник. 10 декабря. Вроде бы устроились более-менее странно как-то. Вроде бы жизнь конечна, весь мир в труху. Пора делать не помехи. Нам тоже недолго осталось. Счетчик трещит все время, а военные все играют в свои игры. Комитет организовали. Особый. Куда там твое дело? Да и гражданские тоже. Хоть бы хны. То упрашивали помочь на сибирскую перебраться, а как военные туда пускай перестали. Они тут начали склоки устраивать за места подальше от туннелей. Какая разница? Через месяц тут хорошо, если половина живых останется. Мутит, сколько я... Это я годовых норм за месяц хватил, интересно. 15 декабря. Сегодня комендант раздал радиопроектор. Оказывается, у нас как раз делали в институте. Думал, это как... Это так, чтобы не паниковали. Но нет, уколол, сразу полечало. Да что, покопним еще небо. 1 января. Сколько лет прошло вся жизнь, и что в ней было-то? Так под землей и просидел, разве только в депо перебрался? Но это по службе за зенитку, и не так раскрячься. Поэтому не записывал ничего, кому это нужно. Тут не то, что день от дня, год от года не отличишь. 2 января. Дернула же написать такую очередь, что называется старый дневник, зима же, откуда столько червей. Весь день чистили туннель, в техническом коридоре стих сожрало все доски. Из чего теперь делать нас стил, непонятно. Хорошо, до грибов не набрались, только голода нам сейчас не хватало. 15 января. Сверху вернулись наши, двое из пяти, и особист молчат. За выпивкой разговорились, склад в Академгородке пустой, значит, сейчас урежут нормы. Хорошо, у меня отложено немного, а кончится, ну и жизнь кончится, туда и дорога. 15 февраля. Ну кто был прав, нормы урезали в два раза, мне-то ладно, а семейным каково. 15 марта, опять в два раза, все одна ампула у нас это за неделю. Потом еще неделя, и начинаешь блевать, ну а что еще? Через две меры. Деревянный макинтош, хотя какие сейчас макинтоши, хорошо, если свиньи не скормят. 10 апреля, дал последние 5 ампул Коле, у него дочки уже язвы пошли, может оклемается, а мне хватит, насиделся по земле на этом. Да и остальные тоже говорят, повеселимся напоследок, расправим, что называется, плечи. Это куда выходит? Тупо выход, ебать надо. Ебать, копать на. Чего? Ты нахуй от меня уебок, ебаный. Чему ебаный, да? Сука. Это пиздец. Нихуя мне 22 минуты фильтра, ебать. Вот это я затарился, блядь. Вот это я да, вот это я могу, блядь. Ну а хули? Красиво жить не запретишь. Поехали дальше, чё? Блядь, да что, опять застрял, что ли? Серьезно, сука, чувак. Нихуя там черви плавают, ебать, прикинь. Вот это да. Кого угодно ожидал увидеть, но червей вообще не ожидал увидеть. Червей это вообще редкость. Так, а здесь радиация, да? Блять, да... Они еще плюются чем-то, сука. Твари, блять. Блять! Что хоть его уводит, да? Пиздец, ебать, вообще. Я не представляю, в реале я бы я похуй бы сюда поплыл. Это вообще кринж нахуй, это то-то, ой, блядь. Давай, девай, противогаз, ну. Чё, куда я, блядь, давай, плыви. Давай, нахуй, греби, заебал. Получи достижение гниль. Блядь, серьезно, ебать. Личинки нормально.
Иди нахуй отсюда, уёба. Коля, придется отстреливать говно ебаное. Так, минус 2 червя. Сколько патронов? Мало, блядь. Хуёво, блядь. В смысле? А чё ты слез с баранки, блядь? Сука, чё он нахуй за баранка слезает, нахуя? Поплыл, ебать. Ну это я сейчас слез, чтобы забрать, вот это вот. Весьма полезную вещь, у меня песка очень мало. Я бы не отказался от нового. Блять, чё где пищит? Не могу понять. А дальше я не проплыву, да придется пешком хуяли. Сука, вот, блядь, попадос, а. Хуёво чё. Блядь, нахуй. Блядь, они ещё плюются чем-то, сука. Какими-то личинками ебаными, да. Ладно, как-нибудь протянем. Не впервой, блядь. Иди сюда, говно ебаное. Пойду хуя тут за ним. Можно перехуярить их, на. А можно и нет. Ебать, куда я попал, на. О, с них песок падает. В смысле, а выход где из этой хуйни? Блять, какая хуйта, ебать его в рот, блять, фу, сука. Это вообще, блять. Блять, ну хули, придется отстреливаться от этой срамоты, ебана, а что делать, да? Эй, говнодава, ебаная. Иди сюда, блядь. Куда делся? Мне противогаз разъебашили. Че? Блять, нихуя непонятно, где они. Они то появляются, то съебывают сразу, блядь. 40 патронов на калаш, нихуя себе, 5 патронов противогаз, ебать щедрая игра. Это вообще нонсенс. Это вообще нонсенс, ебать. А мне куда надо?
вниз. А вниз. Вот он. Опа, готов, ебать. Опа, еще один, готов, ебать. Кто еще хочет на меня выебнуться? А? Так, а как я тут должен пройти вообще, ебать? Каким образом, а? По этой хуйне, типа, блядь. Ну да, попробую. Пиздец, сюда не хочу вообще идти, тут уебище. Хотя мне только, наверное, через вагон идти и надо, ебать. А хуй. Газик кончился. Я не понял, а куда мне дальше-то? Я вернулся на исходную позицию. И что? По трубе-то я хуй пройду, ебать. Походу я сейчас утону и сдохну, на. Нет? Подохни, на. Нихуя не понял, лодки нету, как я пройду-то хоть по воде по этой? Каким образом, ебать? Я что, блядь, Иисус, нахуй, по воде ходить умею, что ли, или чё, блядь? Как мне из этого очка ебаного выбраться, сука? Я не понимаю вообще, куда я попал, вообще, что я здесь делаю, вообще, ебать? Минус, нахуй. Минус, нахуй. Два червя убил, нахуй. Пиздец, ебать. Вообще не понимаю, куда мне нахуй. Лодки нету нихуя. Давай сохранимся, на. Нахули чё. Не выплывет, да? Фиаско, типа. Бля, это пиздец вообще, я хуй знаю. Ну сейчас посмотрим, куда идти, чё. Я просто реально не въезжаю, куда мне, ебаш. Меня противогаз разбили, нахуй. У меня, блядь, трещины на нем, ебать. Это вообще пиздец. Блядь, ну, хуй знает. Рычаг я открыл, получается, это спустил, да? Выходит. Отсюда пришел. То есть рычаг этот нажал. Противогазу пиздец моему, да? Ну, мой, бывает. Блять. Да в смысле я утонул, как? Пиздец, я упал в какую-то дырку ебаную, утонул, на. Чё за хуйня, ебать, началась? Хуй с черви, ебать их в рот. Чё мне, куда мне идти вообще хоть? А, вот в эту дырку я уебался. Куда мне идти хоть, ебать? А, вот там какая-то лестница, может... А, блядь, точно, наверное, на ту лестницу мне ебать. Сорян, сразу не понял, пацаны, пардон, извините. Малость... Да я только нахуй противогаз тебе менял, ты чё, ебанутый? Чё происходит вообще, я не понимаю, блядь. Что такое вообще? Что за хуйня? Сейчас, подожди. Ха, блядь. Какой-то уровень, ебать, сложный, нереально, нахуй. Не понимаю вообще нихуя, что делать надо. А, может мне сюда идти надо? Да кто меня убивает? Вообще какая хуйня меня гасит? Я не понимаю. Я умираю просто так, и все, и пиздец. Кто по мне хуярит? Кто меня убивает, блядь? Что за хуйня, блядь, на то я?
Я не понимаю вообще, что происходит, нахуй. Ну ладно, я понял. Мне надо... Блять, это я еще не выберусь теперь, считай. Блять. Череда смертей, короче, началась, пацаны. Я вообще нихуя не понимаю, реально, вообще. Да прыгни, блядь. Молодец. Сейчас, шик. Что с игр? Сейчас я... А чё, тут нарост не забирал, что ли? Да ёбаный в рот, да что за хуйня? Ой, блядь, и да, хуйня, держите меня сегодня. Сейчас я отойду, пацаны, пизду, мне что-то эта хуйня заебала, пойду поговорю, да. Так, и здесь. Мне это, блядь, эта локация уже заебала, вообще конченая, блядь. Что, хоть я должен... Куда я должен идти вообще, я не понимаю. Захильсись, если тебе так надо, ёпка. Кто обстреливает меня? Какая хуйня? А, вот это, блядь. Я понял. Значит, мне сюда, я правильно шел. Блин, это не даже скелетов пожирают, но. Да, без рельсы, конечно, хуёво, она помощнее была, блядь. Мы пацаны говорили, в ВК писали, что я лошара ебаная, я рельсу не забрал. Говорит, так я не нашел. А что сделаю? У меня алиби, я не нашел рельсу, ебать. Мне в дырочку, да, в эту ебаную. Полезли. Да хуй с этой рельсой, похуй мне. Ебало, получай, да. Хули будем обычное рельсо пользоваться? А что еще делать? Эй, иди нахуй, слышь. Упал. Ебать, вообще, куда я попал, блядь? Это что за место ебучее, нахуй, блядь? Пиздец, ведь эти твари меня косят, нихуёво причем. Чего? Я тебя видел. Пидорас чесоточный, блядь. Иди сюда, блядь. Сейчас я подзаряжу фонарь, я тебя не вижу, суку, блядь. Надо лодку опускать, надо сначала всех червей перебить, чтобы они мне не мешали, блядь. Блять, экран работает, это пиздец. Сука ебучая, давай, харкай, блядь. Да заряжай быстрее, он уебал уже, блядь, червяк этот. Ты пока тупишь, блядь. Пиздец, ты проебал все тайминги, Артём. Как теперь быть, ебать, еще ебанулся? Бля, хули, надо садиться в лодку, что делать? Ждать нет смысла, пока тебе приебу чем-то. Давай, браток, плыви, блядь, из двух весел.
Пиздец, ебать, посмотри, какие они размеров. Это просто фаталити, нахуй. Блять, серьезно, ебать. Блять, вроде напугал. Все, лоб сломали, что ли, ебать? Пиздец, и что мне делать, нахуй? Пиздец, я сейчас утону, нахуй, вы чё? Не нормально. Пиздец, они мне лодку... А, не, не сломали. Я уже, блядь, что-то... паниковать стал. Я думал, они мне лодку сломали, уёбки. Не, плывём, заебись, значит, всё. Какая мерзкая локация. Это просто пиздец, ебать. Это вообще пиздец. Надо съёбывать отсюда побыстрее. Мне не нравится это место, нахуй. Этих червей вообще я в рот ебал. Надо срочно съебаться из этого очка ебаного. Это просто пиздец, ебать. Что случилось? Я сдох, что ли? Артём. Артём. Вставай, пора. Время колодца, да? Чё, сколько у меня шприцов? Один. Давай еще создадим один. Че ж, пиздец, пиздец фильтру, фильтру пиздец. Ладно, новый захуярим, похуй. Так, а че, на дробовик у меня патроны есть хоть? 14. Кто вот, у тебя что ли есть что-то? Блять, лутай. Что за хуйня происходит? Что у меня все моргает? Я не понял. Что за хуйня? Зараз начнем эти DLC проходить на метро, а потом последнее дополнение к Far Cry 3 к 6 пройдем. Ну, чтобы в курсе были, пацаны. А, кстати, да. Обращаюсь к тому челику, который что-то просил у меня в чате, писал, ну, в этом... сообщение. У меня нету ничего в стиме, чувак. Даже если бы было бы, я бы все равно, наверное, ничего не дал бы, да. Но у меня нету ничего в стиме. Так что можешь ничего не просить у меня. У меня нихуя нету. Ни ножей, нихуя такого. Да, блядь, что за страшно. Противогаз, заебись. Принято, полковник. Карта у вас. Приезжайте к институту. Приказ поторопиться.
Конец связи, бля. Отлично, бля. Не пизди, пока минуты есть у меня. Чё за бред? Кости шами сами шевелятся, ебать. Что происходит-то? Что за бред, ебать? Кто разговаривает? Что вообще происходит? Объясни мне. Начинается крепота, да? Хорошо, я готов. Бля вообще не подходит никак, лучше бы бля было, бля. Было бы охуительно. О, так неплохо. А мне куда, ебать? Дырочку. Ебать, это кто такой, нах? Это что за хуй, ебать? Эй, иди сюда, маху, сейчас разбираюсь обоим с собой. Ушел, у этого лут или что? Что там в пещере? Все, да, нихуя нет. Где-то что-то тут пищало, вот где-то тут, блядь. Ну тут что-то нихуя не видно вообще. Ну ладно, похуй. Вот тут что-то. А что тут? Ну те же мухи не облутываются. А, хуй на них. Ох. Закрыто. Чё, свет не работает? Серьезно?
Пиздец, вообще, ебать. Что происходит вообще, ну? Противогаз кончился, блин. 26 минут, чё, охуенно. Я могу еще жить и жить, но. Сюда же могу сюда зайти, посмотреть, что тут есть, но. Тут нихуя нет. Но... Что, кто, блядь? Есть тут нахуй живой, блядь? Стоечки сами, да, двигаются нормально, на аномалии типа, да, блядь? Полезный. О! Кто пиздел? Выходи на. Ну-ка, чё там? Ох, ебать, нихуя, Горелыч. Блядь, нихуя себе. Да подожди, ты слепой, как ты меня мог найти, блядь? Ты пиздец, ты гонишь, на? Ебать, я что-то в ахуе сейчас начал, блядь, в охуевание проходить. Ёбаный урод, блядь. Карамба, блядь. Так если он слепой, тогда... Да ну нахуй, на него я не буду патрики тратить. Пусть он тут лазит, а я съёбываюсь, нахуй. Не, я к тебе не пойду, чувак. Не, нихуя, не. Спасибо, я откажусь, ебать, от твоей услуги, ебать. Пиздец, тут закрыто, нахуй. Сегодня как всегда не приду. Пиздец, куда я попал? Вообще пиздец. Это вообще пиздец. Ебать. Пиздец, они топают. Тишина. Еще здесь паутина ебаная, блядь. О, Горилыч пришел. Здорово, брат. Чё ты, ребята, наебай? А чё, он на пищалку не реагирует, да, нихуя? Хорошо, это очень заебись, а. Бля, опять противогаз кончился, сука. Ну это было легко на самом деле. Бля, все фонит, все пищит, ебать. Где вот это вот, что вообще было взять? Где? Нашел, нормально, 12.
Кругом снег и смерть. Только снег и смерть. Держись, милый. Чё, сказал ебать нахуй? Вот это жопа началась, вот это мне нравится, блядь, в очке у сатаны, считай. Я так и серию назову это в очке у сатаны, нахуй, потому что я реально попал в полный пиздец, ебать, в этой серии. Горилыще, блядь, червичи, блядь, это просто набор охуевший. Аптечки надо хилить, чтобы были. Бля, его просто колбасит, это пиздец. Он нихуя не понимает вообще, что происходит. Я, блядь, вообще в ахуе. Что происходит, ебать, блядь. Не скажешь, что я боюсь, я скажу, что я больше в ахуе, блядь. От происходящего, блядь. Иди туда, чувак, иди туда, там дохуя чего есть, пизду туда. Да не пойду я к тебе, забей нахуй, ебать. Ты ебанутый или че, блядь? Записка нашел. Нет, читать даже не буду, это хуйня. Пиздец, меня опять глючит нахуй. Я больше не могу. Здорово. О, бля.
Нихуя, сразу две гориллы, ебать. Пизда, да, ебать. Что происходит? Это вообще пизда, ебать. Бля, вот это вообще, блядь, вообще, блядь, хуйня, пиздец, дикая нахуй. Вот это мне нравится, вот это уже метро реальное, нахуй. Вот этот кринж начался вообще по мне прям, блядь, он за мной идет, ебать, ты понял, чувак? Куда мне идти, нахуй? Ебать, что происходит вообще? Ебать. Тупо трешно. Ты ничего не нашел, милый? Ничего. Я знаю, ты старался. Я жду тебя. Хочу, чтобы ты здесь. Так хорошо. Прости. Это все глюки, ебать, я не верю в эту хуйню. Куда мне дальше? А, вижу.
Да ну как он мог узнать, где я нахожусь? Это пиздёж, ебать, ты чё, блядь? Это невозможно, он же слепой. Пиздец, это бред, ебать, реально, блядь. В смысле я сдох, ага? Как я сдох? Я же умер, жимал постоянно. Этого не может быть, ебать, как я мог помереть? Это кринж. Не более, блядь. Это пиздец, реально, ебать. Как я мог сдохнуть вообще, ебать? Или мне удерживать надо, или постоянно много раз нажимать, я не понимаю вообще. Я уже готовлю на готове. О, все заебись, прокатило. Помер вообще, блядь, я же нажимал У постоянно, чё за хуйня? Как это работает, ебать? Я нихуя не понимаю, блядь. Пиздец, мне опять заново, нахуй. Да пиздец, чё за хуйня, ебать, я нажимаю постоянно У. Давай правой рукой буду нажимать, мне правая резкая, нахуй. Всё, я готов, сейчас буду правой нахуяривать. Я готов, давай, правой рукой хуярю. Реакцию на правую руку ловим, пацаны. Нормально, нормально. Я не отпускаю правую... не отпускаю. Работаем дальше, давай, правой рукой работаем, правой рукой, правой рукой, правой рукой. О, все, видишь, правая рука у меня охуенная вообще. Все, ебать, правая рука сработала, понял. Я левший, я левой нажимал, надо было правой, нахуй, я ж правша, блядь. Все, получил достижение поводырь. Сынок.
Сейчас, сейчас. Держись. Сейчас полегчает. Ты нашел. Нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что? Что-нибудь ты скажешь, ебай. Не спать, боец! Не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел! Не спать, Артем! Живой! Живой! Я думал, опять один останусь. Вставайте, скорее! Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Машину видите? Ура! Едем дальше! Мы это в своем репертуаре, блядь. Он нашел карту! Сказал, что папа герой. И что он всех нас спас. Да? Молодец, папа, давай, молодец. Когда обратно шли, на нас мутанты напали, но он их всех одиночными. Бац! Бац! Потом река, а там черви и глубоко. Он меня на плечах перенес. Черви, да, черви уебище такое, блядь. Вообще, эпизод вообще мрачный, нахуй. Ух ты! Столько машин! Это луна! Красивая какая! Сколько нового! Надо доехать, не подохнуть. Неохота помирать, да. Ну нихуя, уже через серый час идет, ебать. Ну ладно, хули, надо добить до конца, хули останавливать. Все? Он дальше не едет. Не едет дальше.
Мельник покойник все. Печально. Так Мельник помер или чё, ебать? Ну, труп вроде нахуй. Ладно, ещё узнаем чё. Осторожней с ним. Как он ещё жив до сих пор? Артём, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Как же они так? Соберись, Катя. Что делать? Руководи. Только переливание. Срочное. Сколько можно? С такой дозой. Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится. Насколько крови хватит? Группа крови. 4+. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем! Нельзя сейчас спать! Это не твой пункт назначения, Артем! Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, а не конечная. Слышишь? Мало нас, слишком мало. Вот и не хватает крови. Артем, Артем, пожалуйста, не уходи. Не нужно мне это лекарство такой ценой. Буду теперь жить. А зачем мне жить без тебя? Перестань. Не говори так, Анечка. Ты спас ее, Артем. Вы спасли ее, слышишь? Все было не зря. Она будет жить, понимаешь? Точно, старик. Все, все. Ему нельзя больше, видите? Не хватает крови, не хватает. Аня, тебе отдохнуть надо. Папа умер. Артём, не оставляй меня. Yeah.
Узнаешь меня? Это я, Женька с ВДНХ. Знаешь, я тут ждал тебя. Лучший друг все-таки. Старого кореша Бурбона, а, пацанчик? Видишь, как оно? Недолго ты там задержался. Ну, оно на постой так. Тыркаешься, тыркаешься, а толку? Эх, ладно. Ты пройдись, пацанчик, разомни косточки. А я тут буду, если чё. Времени теперь сколько угодно. Обо всем еще успеем перетереть. Ну, здравствуй, Артем. Не ждал тебя тут увидеть. Думал, тебя другая судьба ждет, великая. Я ведь помню тебя еще мальчишкой с ВДНХ, который все мечтал лицо своей погибшей матери вспомнить. Ты ведь ради этого на ботаническом саду ворота открыл, а? А теперь вот и сам видишь. Мне-то скоро обратно в метро, а тебе... Тут ведь никогда солнце не встает, Артем. И поезд не остановить, и не сойти с него. Нет в этом мире остановок. Тот, кому хватит смелости и терпения всю жизнь вглядываться во тьму, первым увидит в ней проблеск света. Помнишь? Что же ты... Терпения не хватило. Ну и что, что нет остановок? Кому они нужны? Давай, железяка, шевели поршнями. Ничего, мы в преисподней жару зададим. Всех мертвецов по струнке выстроим. Ну ладно, пора мне. А ты? Не скучай. Своим тут привет передавай. Я кого встречу, передам. Да ну его, давай сюда. Будешь старпомом, а то рейс предстоит долгий, вечный. Одному не справиться, в общем. Ну, что стоишь? Извинений ждешь? Не будет их, Артем. Каждый делает, что должен. Дело солдата — врагов сечь и вопросов не задавать. Ты все правильно сделал. И я все правильно сделал. Мы отдали все, что могли. А дальше пусть живые разгребают. Что это там, а? Ха, ерунда какая-то. Не должно тут такого быть. Слушай, может попробуем махину эту остановить, а? Давай, жми! Ну же! Да. Ну, Артём, глянь, что там. Разрешаю сойти на берег. Так нечестно. Наконец-то место, где мы могли бы быть счастливы. Мы могли бы жить, как всегда мечтали, но ты все пустил под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу. Не могу жить без тебя, но придется, потому что люблю тебя.
Господи, как же я тебя люблю. Прощай, Артём. Получил достижение «Бесконечное путешествие», блядь. Я уже прочекал в стиме, это называется «Плохая концовка», она. Ну а что вы хотели, пацаны? Я ебашу все, что движется, нахуй. Мне вообще похуй, ебать. Короче, мы прошли метро с вами, пацаны. Будем проходить DLC, но завтра, сегодня не будем, да. Вот. Ну что я могу сказать об игре? Игра охуенная, мне понравилась, очень хорошая игра. Только пустыня мне очень сильно не понравилась, пустыню в рот ебал. Пустыня говно, нахуй. А остальные локации все охуенные. Давай, промотаем. Всем советую поиграть, реально охуенная игра, мне понравилось. Что метро 2033, что метро Last Light, что вот это метро тоже все заебатое, все охуенное, короче. Ладно, пацаны, продолжим тогда завтра. Метро два полковника начнем ебашить, оно самое первое у нас будет. И метро история Сэма, нахуй. Все DLC будут пройдены, ждите. А сейчас я сильно бухой, и мне вообще... хуёво, я еле-еле кое-как прошел эту всю хуйню через силу, нахуй. Но все-таки я закончил. В общем, всем спасибо, пацаны, всем бога.